Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала «Сад чудес». И сегодня я показываю один из подарков, которые мне подарили на день рождения. Это охлаждающая подставка для ноутбука. Multicore X8. Производитель DeepGool. Производитель DeepGool для ноутбука. Вот такая подставочка. Вот я уже ее поставила, подключила. Это охлаждающая подставка для ноутбука. Предназначена для отведения чрезмерного тепла, охлаждения во время работы, что значительно увеличивает срок службы компьютерной техники. Конструкция рассчитана на максимальную диагональ экрана до 17 дюймов. У меня очень хорошо он умещается, сейчас я поставлю. Вот он у меня, видите, рядышком стоит ноутбук. Устройство выполнено в строгом черно-матовом цвете. Красивая поверхность. За счет оригинального дизайнерского решения поток воздуха направляется на определенные зоны ноутбука. Вот он имеет 4 режима регулировки скорости вращения вентиляторов. Здесь вот 4 вентилятора. У меня сейчас включено на первой скорости, то есть на минимальной. И мне уже хорошо. Ноутбук уже не перегревается и работает лучше с этой подставкой. 4 вентилятора, видите, 100 на 100 и на 15 миллиметров. Скорость вращения 1300 оборотов в минуту. Производит в рабочем состоянии воздушный поток, который не оставит без обдува ни единого сантиметра ноутбука, и за счет которого происходит охлаждение техники. Максимальный уровень шума достигает всего 23 децибара. Ну, видите, какой-то он у меня сейчас в рабочем состоянии. Практически шума нет, он не напрягает, не давит на уши, то есть такой, видите, тихий, спокойный шум. Есть встроенные USB-порты, дополнительные расчленения для подключения необходимых устройств. Вот видите, вот с одной стороны подключена подставка, и с другой стороны вот в ноутбук подключен и работает. Вес подставки 290 кг. То есть не тяжелая подставочка. Сейчас я поставлю компьютер и покажу уже на компьютере. Я поставила ноутбук на подставочку. Как раз вот по размеру, просто вот как, ну у меня большой ноутбук, он старенький у меня, Samsung. Вот. И встал он прям четко на эту подставочку. Ни лишнего, ни маловат, четко стоит. И вот он у меня нагревался вот в этой части, просто горячий. А сейчас очень хорошо, и сразу стал работать лучше. То есть вот такая подставка, я даже не знала, что такая существует. Мне дети подарили, и здорово. Мне очень понравилось, что я решила снять видео, потому что, думаю, может быть, тоже кому-то. Вот стоит она, не знаю сколько, поскольку мне подарено, но я посмотрела, ну, в интернете, ну, где-то 1600 до 2000 где-то она колеблется, ее цена. То есть нормальная по цене, и лучше работает техника, и дольше будет работать. Здесь написано, что увеличивает срок службы компьютерной техники. То есть вот много положительных таких нюансов в этой подставочке. То есть мне она очень понравилась. Компьютер стал работать лучше. А то перегревался он и начинал зависать там. И мне не нравилось, как он работает, когда он долго-долго там больше 2 часов работает.
Особенно если когда делаешь, монтируешь видео, то вначале в программе, потом ты на YouTube входишь, еще туда отправляешь, проходит много по времени, он перегревается, и делал очень все это медленно. То сейчас, конечно, он все делает отправку и загрузку быстрее гораздо. И, в общем, такая нужна подставочка обязательно для охлаждения. Там 4 режима регулировки, то есть 4 вентилятора и 4 режима. Я задействовал только один вентилятор, и уже у меня вот с этой стороны все прям не холодное, не горячего нет. А то я подкладывала что-то вот с этой стороны, чтобы шло хоть какое-то охлаждение. Ну, теперь вот хорошо стало с подставочкой. То есть мне очень понравилось, что компьютер стал лучше работать, не перегревается. Скорость вращения 1300 оборотов в минуту. То есть много оборотов. И мне достаточно вот минимальной скорости, чтобы уже все было хорошо. Все, я вам показала подставочку. Вот такую. Очень она мне нравится. Компьютер стал лучше работать. Я рада. Всего доброго, мои дорогие друзья. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь с колокольчиком. Я буду рада ответить на все ваши вопросы. Пока, пока, пока.